У нас любая функция государства превращается в бизнес. Ювенальная юстиция – это бизнес. Да, вот вам не понравился ваш сосед, и вы, соответственно, написали донос, у него отобрали детей. А вам не понравился другой ваш сосед, вы, соответственно, заказали судьям и следователям, и его пригрели к смертной казни. Поэтому я считаю, что в нашей стране смертную казнь применять нельзя. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не появится хотя бы минимум суда, потому что сегодня у нас судебная система отсутствует полностью, просто как вид. А что касается того, когда это произойдет, ну как это, не при нашей жизни.